Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Подмосковье. Идею провести народные гуляния на территориях, которые благоустроили в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды, предложил Минстрой России. К акции присоединились и люберцы. На Рождество праздничные мероприятия прошли в двух парках города. «Выходи гулять» – с таким призывом к люберчанам обратились местные активисты. В рамках областной акции для жителей устроили праздничный концерт. Они водили хороводы, пели песни и участвовали в зимних забавах. В общем, с традиционно широкой русской душой отмечали Рождество. Также по всей Московской области были открыты новые зоны для отдыха всех жителей. И в рамках этих реконструкций, появления новых зон отдыха проводится фестиваль «Выходи гуляй». Он стартовал 3 января. И с 3 января на всей территории городского округа Люберцы, во всех парках проходят открытые площадки, работают концертные программы. Самый добрый и яркий фестиваль «Выходи гулять» – это не только песни и пляски. На Таженском парке с самого утра жителей ждала веселая зарядка от общественной организации «Русский характер». А после там же состоялся массовый спортивный забег с Дедом Морозом и Снегурочкой. После такой небывалой новогодней активности люберчане согревались бесплатным горячим чаем с баранками. А те, кто не устали, катались на оленях и лошадях. Мы в этом году встречаем в замечательном парке, новом отстроенном. Это, безусловно, очень важно, так как для меня, как представителя молодежи, и для всех люберчан, я думаю, тоже, безусловно, важно. А в реконструированном центральном парке праздничные гуляния прошли впервые. Организаторы сделали праздник для взрослых и детей. Аниматоры провели танцевальный флешмоб с юными люберчанами и членами местного молодежного парламента. Но и это еще не все развлечения. Здесь Люберецкий дворец культуры со своими артистами, со своим театральным кружком вышли вот так вот встретить весело, здорово. Всех детишек народ выходит, идет гулять и веселиться с нами в наших любимых городских парках. Да. В фестивале «Выходи гулять» поучаствовали более 3000 люберчан. А всего с начала новогодних каникул на праздничных мероприятиях Люберецкого округа побывали более 7000 человек. Анна Троян, Наталья Григорьева и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.